говорим уже. Организованным эхо и подковым. Да. Никого не находят, ведь смотрите, там не... имени, еще так. Сегодня на очередную трагическую пресс-конференцию. Я вас уверяю, что если мы будем вместе плечом к плечу и не двинем ни пером, ни микрофоном, мы заставим правительство и президента прийти сюда и отвечать на наши вопросы. Когда у нас кто-то будет нести ответственность хоть за что? Ни один убийца, ни одного достаточно известного человека так и не был обнародован, раскрыт. Получается так, что в нашей стране можно убивать кого угодно, сколько угодно. И все будет нормально. Премьер-министр будет соболезнования выражать семье погибших. Вот что я могу сказать. Он сказал тоже, что мы не можем там полагаться на любые чрезвычайки, которые всегда опасны своим последствиям. Но надо добиться, чтобы действовал закон. А вот закон... И Генеральную прокуратуру, и местные суды, и органы МВД, они не очень-то торопятся выполнять. Я думаю, смысл выступления президента был сводился именно вот к этому. Владислав Листьев, брат сил. Спасибо. Спасибо большое. Можно один вопрос? Американское агентство WTR. Скажите, пожалуйста, какое отношение ваше лично к убийству Владислава Листьева? Мое отношение... как гибели близкого человека, если лично говорить. По сути дела, после этого ни семья, ни я полночи не спали, особенно мои дети. Дума соберется 10 марта.